Sveiki, Latvija, меня зовут Елена Максимова, и я представительница России. Хочу исполнить для вас маленький кусочек произведения своего мирового хита. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's her destiny, yeah. I love you. Ой, у меня большой-большой творческий чемоданчик, самым главным из которых я, конечно, считаю главную роль в мюзикле «We Will Rock You». Это мюзикл, который идет во всем мире, поставленный Роджером Тейлором и Брайаном Мэем, легендарными музыкантами группы Queen. Это действительно легенды, это люди, которые останутся с нами навсегда, и их музыка вечна. И это был монументальнейший проект, очень дорогой, очень энергичный. Работать там было удовольствие, конечно, и сама честь, то, что эти люди выбрали нас среди тысяч претендентов, это было что-то сумасшедшее. Еще у меня была женская группа «Нон-стоп». Я была лауреатом еще одного престижного конкурса на Первом канале российского телевидения. И еще я победила на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит-97». Еще у меня был проект с Павлом Кашиным, с известным российским исполнителем. Это был совместный диск на стихи Пушкина и Лермонтова и музыку Павла Кашина. Интересный проект в связи с тем, что он имеет такую образовательную ценность. Детишки могут так легко учить стихи. Я это на своем ребенке проверила уже. Она уже поет «Лукоморье, дуб зеленый». Это здорово. Ну и, собственно, сейчас я начала новую веху в своем творчестве. Я начала писать песни. Мне помогают мои друзья, мои музыканты. Это профессиональные люди. Я их очень-очень люблю. И вообще, вот то, что я сюда приехала, это как бы естественно в чем-то моя заслуга, но очень много мне помогли друзья. Все они мне помогали делать аранжировки, они помогали мне шить костюмы, они меня поддерживали, они занимались чуть-чуть моим пиаром. То есть все то, что я делала, на что у меня не хватало времени, они мне во всем помогали, они меня провожали со слезами. То есть вот спасибо им большое. Еще, конечно, хочу поблагодарить моего преподавателя по вокалу. Я учусь в Институте современного искусства в Москве. Это человек великий, я его просто люблю, целую. Это Бог. Учу слова. Значит, что я первым делом сделала? Так как я лингвист, я закончила институт иностранных языков, я, значит, сразу стала спрашивать спасибо, до свидания, доброе утро, добрый вечер. У меня вот список. Пока я знаю только свеке. Мне очень нравится это слово, палдиес. Тоже очень нравится. Язык очень красивый. Так как я всегда, когда куда-то приезжаю, я стараюсь учить какие-то слова, чтобы проникнуться еще больше в атмосферу. Для меня это сейчас очень важно, потому что если я пойму и войду в состояние этой страны, этой земли, этой природы, я думаю, мне будет легче, и мне будет просто какая-то аура поддерживать нас.